right. Joey Jemmott. Good to see you, Jemmott. Good to have you here. Thank you. Рад тебя видеть. I hope we can get some illuminating. Я надеюсь, что сегодня ты раскроешь нам некоторые свои секреты. Я раскрою все свои секреты. Все? Все. Я не уверен, что это возможно, но мы попытаемся. Мы играли вместе несколько лет. 9 лет, как мы знакомы, и 8 лет я провел в ожидании нашей встречи. Я мечтал с тобой работать. И вот почему. Я слушал замечательные записи своих любимых артистов, у которых я учился, у Дуби Кинга, Ареты Франклин, Кинг Кертис. И я слышал, какие там были замечательные басовые партии, мелодичные, органичные. Их хотелось петь. И кроме того, со мной по соседству жил парень, который целый год упражнял эти партии. Это тоже повлияло. Твой стиль совершенно уникален. Он стоит особняком. Ты целиком погружаешься в ритм. Ты настоящий мастер создания ритмической канвы песни. И я знаю, что тебя так называют, и это заслуженно. У тебя свой собственный, просто фантастический стиль, который развился благодаря, конечно же, влиянию многих великих предшественников. И на этом видео мне хотелось бы, чтобы ты рассказал нам, как ты создавал свой стиль, откуда что бралось, как это с тобой происходило, как ты начинал, кого ты слушал. В таком духе. Что ты скажешь по этому поводу? Я надеюсь, нас снимают? Как я начинал? Я начинал играть на контрабасе. Я слушал Пола Чемберс. С кем он тогда играл? В группе Майлза Дэвис. Он тогда только присоединился к Майлзу, как это я недавно выяснил. Это было в 1957 году, когда я его услышал. А пришел он в группу в 56 году. Его игра меня очень вдохновляла. Я стал играть на акустическом басу, изучал классику. Позже я стал работать, играть в разных клубах, разных группах. И ты говорил мне, что в те времена ты иногда играл в метро на большом контрабасе. Да, я так таскал его с собой. Он не слишком был велик для тебя? Мне было лет 11-12, инструмент был, конечно, мне велик. Забот было много, но меня очень поддерживала моя мама, моя семья, и это облегчило мой путь. С точки зрения техники, как и когда ты переключился с контрабаса на фендербас? 9 лет спустя. 9 лет. В 1964 году у меня появился первый басовый усилитель. Ну, так это же не 9 лет. Ну, примерно. Переход на бас объяснялся тем, что в это время сильно изменилась музыка. Публика стала более энергичнее. Она стала энергичнее реагировать на музыку. Стал популярен ритм и блюз. Люди уже не хотели слушать все время джаз. Приходилось учиться играть ритм и блюз. Однако мне это легко давалось, я был увлечен, я чувствовал, как нужно это играть. Это все было вокруг, это окружало тебя, не только поэтому. Я искал. Когда я только начал играть на электрическом басу, мне пришлось учиться в работе в основном. Игра в ритм и блюзе более организована, дисциплинирована. Фразы все время повторяются снова и снова. И я почувствовал в этом красоту. Это мне понравилось. Мне кажется, в этом один из твоих секретов заключается. Ты работал с ритм и блюзовыми музыкантами, и иногда казалось, что ты играешь очень простую партию, и постепенно начинаешь замечать фирменные особенности Джерри Джемотта. Не мог бы ты показать нам это? Да, конечно. Сыграем такую линию баса. Простая линия. Никаких украшений. Только первая и третья доли. Раз, два, три, четыре. One, two, three, four.
Сыграем украшение, вводная линия. Заполнение. Снова украшение, снова заполнение. Когда я играл с тобой, я часто это слышал в твоей игре. Это вдохновляет музыкантов, заставляет их двигаться в каком-то направлении, в то время как ты держишь ритм, играя мелодично, как бы поешь свою партию. Ты используешь мажорную гамму и так далее, но мне кажется, что сначала ты слышишь ритм, он уже в тебе, а потом ты его переносишь на инструмент. Ты уже свингуешь внутри, ты уже все это слышишь. Да, я так чувствую. Я могу сыграть все, если это мне по вкусу. Я начинаю достаточно просто, а потом я могу это как-то развить, создавая какие-то фразы более сложные. Я могу использовать для этого различные украшения, мелодические вставки и заполнения. Очень важно при этом то, с кем ты играешь. Это может стимулировать тебя, увлечь, вдохновить. Вот такая фигура. Это повторяющаяся однотактовая фигура. Я могу играть четырехтактовые фигуры, двухтактовые, восьмитактовые. Все зависит от того, где я сыграю заполнение или мелодическую вставку. Это определяет длину фразы. Опять же, зависит от того, с кем я играю. Мы заметили, что у тебя различный подход к исполнению тех частей партии, где звучит соло и где звучит голос или во вступлении. Но я знаю, ты еще и замечательный солист. Не так много людей знают об этой стороне твоего стиля. Ты играешь соло как бы с самого начала песни. Я хочу, чтобы наши зрители вдумались в это. Ты вживаешься в песню, ты готовишься к тому, что должно быть в ней дальше. Ты просто мастер в этом, и ты помог целому поколению исполнителей прочувствовать все это глубже. Например, я хотел бы сыграть с тобой одну из самых моих любимых вещей, которые я слышал в твоем исполнении. Это песня Биби Кинга «The Thrill Is Gone» — «Чудо ушло». Для меня это один из наиболее ярких примеров абсолютной простоты. Но мы слушаем гитариста, но бас не менее важен, хотя это всего лишь бас. Я называю это субмелодией под голоском. У вас есть мелодия, стихи, или просто мелодия, инструментальная, и вы дополняете ее подголосками, субмелодией. Это не что-то постороннее, но это как бы поддержка. Это рука в руке. Послушайте. The thrill is gone. Определенно, чудо не исчезло.
Так можно всю ночь проиграть. Я хочу спросить, мне показалось, что ты поддерживал меня все теснее и теснее. А в наше время очень часто бас-гитаристы забираются в гитарный диапазон, в диапазон духовых, и все смазывается. Ты владеешь искусством аккомпанемента, ты мастер создания ритмической канвы. Кто тебе этот титул присвоил и как так получилось? Я думаю, что всем я обязан слуху, тому, что я внимательно слушаю все то, что звучит вокруг. Чувствуется, что ты очень многому научился, начав играть профессионально в столь раннем возрасте. Ты учился, выступая перед аудиторией, работая в студии. Я имею в виду эти ситуации. Я просто следую требованиям момента. Я из тех, кто терпеть не может упражняться. Ты упражняешься в работе. Да, так получается. Я упражняюсь в смысле умственном и чисто физическом. Я могу длительно заниматься, если нужно развить мышечную память, но выносливость я не упражняю. Because I'm not looking for physical dexterity. It's basically this muscle memory that I'm constantly developing. As opposed to physical endurance. Well, you were doing so much. Я думаю, что выносливость появляется, если играть сессию за сессией. Да, я постоянно в работе. Когда я чувствую давление обстоятельств, для меня это самое лучшее. Многие музыканты идут тем же путем, от постоянной работы. Опыт делает совершенным. Отступать невозможно, необходимо двигаться только вперед. Расскажи о тех временах, когда ты был участником замечательных ритм-секций. Ваша знаменитая ритм-секция с Бернардом Пердью, Карнелом Дюпри на гитаре, Билли Престон, вот эти музыканты. Еще нужно добавить Кин Кертиса. Они влияли на твой стиль. Пердью, кстати, тоже был настоящим мастером при внесении различных украшений. Он был, конечно, ярким, техничным, и вы работали вместе, просто невероятно здорово. Смешная история о том, как мы работали с ним первый раз. Уже позднее я уяснил себе его подход, а тогда я и не думал, что он так внимательно слушает басиста. Я учился в джазовой манере, и мы не копировали друг друга. Все было как бы по отдельности. А он все время неотступно следовал за моим басом. Был все время со мной. Я пытался уйти от него, но он так быстро и так ловко схватывал все, что уйти от него было просто невозможно. Все равно мы звучали вместе. Тогда-то я и понял, что означает тесное взаимодействие. Оно может осуществляться по-разному. Мы можем играть один и тот же бит, а можем быть как единое цельное полотно. При этом может быть видна каждая нить, ее нельзя терять. В полотне могут быть желтые, зеленые нити, но все вместе они одно целое. Я хотел бы сказать, что смотрю на вещи точно так же. Я как-то записывался на студии «Атлантик», пришел Бернард Пердью, и ему предложили посмотреть в деле тамошнего барабанщика. Тот стал играть соло минут на 20 для Пердью, который постоял, посмотрел и говорит, что посоветуете, его спрашивают. А он говорит, если ты будешь так играть, ты туфли попортишь. Это было первое, что он сказал. Туфли, говорит, попортишь. Поспокойней надо. Все будет хорошо. Сказал и ушел. Я ушам своим не поверил. Но в этом есть смысл. С тобой мы впервые встретились, работая над материалом Роберта Джонсона, когда делали первый неизвестный альбом «Crossroads». Когда-нибудь, я надеюсь, он станет известен. Это был 80-й год, вещь Роберта Джонсона. Мы работали с тобой и с Херби Девелло, барабанщик оркестра Биби Кинга. Я не мог поверить, что работаю с такими людьми, записываю со своими кумирами, со своими героями. Он, Херби, тоже владел этим искусством тесного взаимодействия, постоянно следовал за тобой по-своему. Я думаю, у каждого барабанщика свой подход. А Херби был изначально джазовый барабанщик. Мне казалось, что
Работая с ним, мне казалось, что мы всю жизнь работаем вместе, настолько наши подходы совпадали. Я делал привязку к тарелке или к малому барабану. Он давал мне свободу. Я очень вольно чувствовал себя, играя с Херби. Мы играли совершенно разные партии. Я думаю, что никто не играет в такой манере, как он. Тебе довелось играть с очень многими артистами, да, слава Богу, которые прекрасно чувствовали ритмическую канву. Некоторые давали при этом свободу для маневра, однако все подчинялось единому контексту. Тебе ритмически нужно было все это осознать, проанализировать. Когда ты работаешь со студентами, я знаю, ты по-прежнему преподаешь, с чего ты начинаешь их учить? Что они должны знать, узнать первым делом, когда начинают разрабатывать свой собственный стиль? Прежде всего, они должны быть способны понимать язык музыки, понимать смысл и значение каждого звука, запоминая гаммы, аппликатуры, штрихи, аппликатуры трезвучий, терции, стараясь развить слух, слушая как можно больше разной музыки, с тем, чтобы уметь выстраивать на основе ритма фразы, создавать собственный музыкальный словарь, багаж, научиться самовыражаться, научиться выражать какую-то идею различными способами. Скажем, грусть, тоска. Я хочу услышать грусть, тоску, вот она. Будем считать, что это грусть. Теперь, как грустят в Джорджии? Джорджия — это юг, там жарко. Но это уже композиция. Да, вам нужно научиться тому, какая музыкальная фраза сразу создадут эту атмосферу грузинской тоски. Когда я думаю об этом, мне приходит в голову что-то такое. Это блюзовая грусть, противоположность грусти Новой Англии. Это уже север. Голубизна тут ассоциируется с голубым небом, а не с грустью. I'm thinking now I'm blue, you know, blue, the color blue sky. I'm thinking this kind of sky. So I'm thinking, yes. Whole different thing. Совершенно все другое, с моей точки зрения. Совсем другая ритмика. Я рассуждаю так, на что должно быть похоже это звучание? Если у меня есть определенное ощущение, то ему должно соответствовать какое-то определенное звучание. Это определяет сразу выбор гаммы, тембр, и все вместе это создает определенный характер. Это позволяет обойтись без большого опыта. У тебя он есть, к счастью. Но подобные знания позволяют интерпретировать какие-то песни совершенно по-своему. Упражняясь подобным образом, если у тебя есть, конечно, все необходимое. But of course, you've got to have all the tools there. Oh, certainly. Now, да, определенно. Ты всегда рекомендуешь, ты преподаешь какой-то стиль звукоизвлечения, пальцевый, как ты это усвоил еще со времен игры на контрабасе. Не медиатор, ведь многие басисты сегодня играют медиатор. Я не использую звукоизвлечение медиатором как основу. При игре медиатором звучание такое. Очень ровно. Это один палец. А я использую два пальца. Есть определенная неравномерность при этом. Я предпочитаю несколько неровное звучание баса, неровный шаг, припадающий на одну ногу, поскольку одна нога короче другой. Поэтому я предпочитаю играть пальцами. Это дает как раз эту неравномерность звучания, различную тембровую окраску, различную ритмику. Исполнители с медиатором у меня ассоциируются с ровными восьмыми нотами,
игра с таким мощным драйвом. Иногда я использую медиатор в какие-то моменты, но особенно им не увлекаюсь. Мне кажется, твой подход к пальцам у звукоизвлечения как раз способствует исполнению мелизмов, скачков. Это порой просто невозможно сыграть медиатором. Физические возможности игры пальцами гораздо шире. Это абсолютно верно. Но каждый подход привносит звукоизвлечение что-то свое. В какой-то момент времени требуется определенный стиль и звучание, и определенный стиль и звучание требуется в определенный момент времени. Что по поводу пальцевых упражнений? Упражнений на растяжку, на развитие каких-то приемов? Есть какие ты можешь порекомендовать? Ну, тут много зависит от инструмента, насколько жесткие у него струны. На этом инструменте я играю последнее время, на нем пальцы находятся в опущенном положении, бас позволяет, я сыграю такую фразу. Я играл, двигая пальцами, но я рекомендовал бы играть плавно, почти не двигая пальцами. Вот на такой манер. Это позволяет мне играть фигуры заполнения ритмично, поскольку прижимая этот палец, я все время держу квинту. Ты играешь педальный тон, очень легато, ощущение другого стиля. Я играю так. Я могу объединить звучание легато с таким отрывистым звучанием, как вопрос и ответ. Тут получается два разных звучания, фраза плавная и фраза резкая. Это техника, присущая моему стилю, и она характерна для меня. Играя подобные вещи. Такие техничные фразы. Мои пальцы находятся низко над струнами. Способность исполнять такие фразы определяется низким положением пальцев над струнами. Чем ниже пальцы над струнами, тем быстрее они переносятся на соседнюю струну. Не нужно их поднимать и переносить далеко. Давай поиграем этот ритм, я тебя поддержу, поиграю какие-то заполнения. Давай. Thank you.
Это Memphis Soul 2, басовая фигура Джерри Джемотта из этой вещи. Как ты придумал этот один из самых знаменитых своих ходов? Насколько я понимаю, это оригинальная студийная версия Кинга Кёртиса, в записи которой ты участвовал ты, Тони Годбилл. Это целый отдельный рассказ, вы играли вживую, и я только что имитировал гитарную партию Корнелла Дюпри. Это классический пример того, как бас является чуть ли не солирующим инструментом в этой песне. Да, я несколько развил оригинальную идею, которая звучала примерно так. We stayed right there for the whole record. Так игралось в течение всей вещи. А я решил сыграть что-то вроде Funky Broadway. Same bass player? Та же самая партия баса. Funky Broadway. Что-то вроде Funky Broadway, та же линия. Same line basically. По-моему, ты взял только это вступление, а все остальное полностью переделал. Да, от этого я шел. Так мы записывали сначала. Потом я стал играть так. Я начинал, это было как бы вступлением для всей группы. Ты начинал, а затем Корнелл и другие подхватывали. Вступали барабаны. Хотя я из Гарлема, из Нью-Йорка, в этой партии баса ощущается влияние латиноамериканской музыки. Идет отсюда. Это бас, характерный для латиноамериканской музыки. Я добавил сюда ритма, и вот что получилось. Тут я делаю также небольшие скачки, что характерно для джаза. Скомбинировав все, я и получил вот это. Потрясающе. Я имею в виду то, что теперь это легко в ретроспективе анализировать, но я уверен, что тебе это просто пришло в голову. А теперь уже можно проследить, откуда что появилось. И я думаю, это очень важно для развития своего собственного стиля. Я думаю, опыт и работа на стыке стилей облегчает объединение различных идей. Я играю по ощущению, по памяти. Я стараюсь запомнить то, что воспроизводит тот дух, то настроение, ту энергию. Я могу по-разному выражать идеи, но описание каждого способа
выражение – вещь довольно скучная. Также одной из самых замечательных вещей в твоей игре является то, когда мы играли джем, и ты в рамках старого ритма играешь новый, и мы вдруг сдвигаемся в него, переходим на другой уровень, переходим на другой уровень. Дальше может смениться аккорд и так далее. Это то, что басист может вдруг сыграть, и все сразу меняется. Так можно исполнять блюз, фанк, что угодно. Да, все что угодно. Я не знаю, кто, как, а я могу делать это и ритмически, и гармонически. Скажем, вот такая линия баса. Давай поиграем, давай. Четыре ноты, шагающий бас. Я могу сыграть, как в другом показанном уже примере. Я собираюсь делать вот что. Я буду украшать эти четыре ноты либо мелизмами, либо вводными линиями. Так я делаю всегда. Сначала я играю основную линию бас, она запоминается, а потом я стараюсь ее разнообразить таким образом. Вы можете играть эту линию, играть мелизмы, водные мелодические линии и заполнение. Я играю. Это вводная линия. Ритм. Это очень здорово помогает солисту. То, что ты еще выделяешь все по частям. Совершенно верно. Ты играешь уже пьесу, ты создаешь целую песню. Я создаю рамку, в которую ты должен вписать картину. Я играю те же самые ноты, но меняю ритм, которым они играют. За счет этого я получаю куплет, припев и вводную часть. И при этом играю лишь один аккорд. Мы же играли на одном аккорде. И мы можем получить что-то интересное в одной гармонической структуре. Если мы берем другой аккорд, то автоматически переходим на другой уровень. И это у меня получается само собой. Я это воспринимаю так. С самого начала мне кажется, что это соло.
у тебя. Если группа вдруг остановится, и ты будешь играть один, то внимание публики будет приковано к твоей линии баса. Эта линия в сочетании с различными украшениями, это уже соло на басу. Тебе нет необходимости играть там, вверху грифа. Нет, я буду развивать фигуры в басу. Я знаю, ты можешь играть всякие хитрые пассажи, я видел, как ты это делаешь, я видел, как ты играешь тэппингом, хэмерон, всякие трюки, которые ты нам, возможно, покажешь, аккорды. Я могу такой сыграть? Я украшаю его таким образом. Я люблю играть низкие ноты. Это, я делаю это правой рукой. Я думаю, тебя можно назвать Эдди Ван Хейленом баса. Некоторые басовые партии можно играть так. Скажем, песня City Blues. Roger's favorite tune, City Blues. When I play the octave higher. Я играю октавой выше. Is that right key? Вот это тональность. Это не бас. Мне кажется, что я играю партию ритм гитары. Когда я играю в басу, я держу эту нижнюю ноту и играю ритм поверх этого. Нижняя нота — это бас. Это моя основная функция в звуковом регистре. Is to cover that spectrum of the sound register. Right. So I have. Right. See? That's from a song called City Blues. That is piece City Blues. Да, потрясающе. Тут звучит педальный тон. И это позволяет тебе играть тональность ля диез. Это облегчает игру с медной секцией. Большинство гитаристов и басистов играют обычно педальные тона. В старых добрых тональностях ля и ре. А ты играешь педальные тона вне этих тональностей. И это становится возможным благодаря этой твоей технике. Мы говорили с тобой, Джерри, о различных стилях, мы говорили о тех, кто повлиял на тебя. Я знаю, этот список бесконечен. Мы во многих стилях играли с тобой в течение этих лет. Как бы ты объяснил студентам, как овладеть всеми этими стилями для того, чтобы успешно работать в студии? Самое главное — понимать, что определяет тот или иной стиль. Это необходимо. Затем нужно изучить изначальные исходные формы, чтобы видеть, из чего составлена та или иная смесь. Нужно изучать блюз, джаз, рок, ритм и блюз, африканскую, карибскую музыку, латиноамериканскую. Я называю только основные стили. Все вместе они образуют то, что я называю поп-музыкой. Это смесь всего. Каждый стиль характеризуется своей особой ритмической и гармонической структурой. Например, сыграем блюз. Я играю традиционный грустный. Поиграем на одном аккорде с тем, чтобы прочувствовать настроение. Это простейший вариант. Теперь ритмика. Раз, два, три, раз, два, три. Это шаффл. Да, в основе шаффл. Шаффл блюз. Даже джаз имеет триольную основу. Три удара метронома на каждую долю. А вторая пропускается. Раз, три, раз, три. Я могу сыграть ту же линию. Она будет звучать в манере, характерной для ритма блюза. I'm playing more. Я играю, а в основе звучат 16-е ноты.
Раста ита, два та ита, раста ита, два та ита. Это 16-е триоли. Это характерно больше для ритма блюза, в отличие от триольной подкладки блюза. И если я буду играть джаз, то тоже буду придерживаться шафла. Но выразительные средства уже другие. Вот линия баса в шафле. А джаз я буду играть так. Шагающий бас. По-прежнему считаем триолями. Здесь меняется аккорд и снова сначала. Очень ритмичный, ритм везде. Я могу постоянно его играть. А так я играю свободнее. Я могу сыграть ритм в любом месте. Неожиданно. Тут очень много в подтексте. Я могу сыграть такую же последовательность в латиноамериканском стиле. Будем играть в одном и том же ритме и темпе. Здесь пульсация 16-х нот. Раз та ита, два та ита. Те же ноты, но иная ритмическая подкладка, и мы получаем уже другой стиль. Или, скажем, рок. Тут в основном восьмые ноты. Та же линия. Те же ноты, но я буду играть их по-роковому. Совершенно другой характер. Я сыграю медленно. Надень свое красное платье, дорогая. Я думаю, такого рода вещи неисчерпаемы. Ты показал нам, что это очень просто, но очень многие озабочены тем, чтобы добиться музыкальности исполнения. Чтобы это был действительно рок-н-ролл, действительно блюз, действительно кантри или что угодно. Это нужно чувствовать. Многие могут играть, но не чувствуют при этом. Ты со студентами занимаешься над этим? Да, это один из главных компонентов творчества. У каждого свой ритм. И нужно учиться создавать фразы на основе этого ритма, в основе которого пульсация восьмых нот, или шестнадцатых нот, или триоли. Давай поговорим о регги. Играем ту же линию. Я попробую поиграть ее в различных позициях на грифе. Регги очень открыт. Некоторые считают, что бас лучше играть на первую долю. А я делаю так. Бас я играю на вторую и третью долю, а украшение я играю на первую долю. Вот в чем суть. Таким образом, получаются такие просветы. Это главное, много пространства. А гитара играет свое типичное.
В регги ощущается также некоторое влияние кантри. Я знаю, ты очень любишь народную музыку Ямайки. О, по-моему, это сама музыка. А теперь поиграем кантри. Тут пульсация восьмых нот. Раз, и два, и три, и четыре, и... Тут много вариантов. Может быть. Важно четко представлять себе, какая ритмика в основе. Какие украшения, водные линии, заполнения вы используете для того, чтобы сыграть фразу. Зная это, вы можете работать в любом музыкальном стиле. Все дело именно в этом. Если я слышу что-то, я знаю, что это пентатоника. Это также секст-аккорд, мажорный секст-аккорд, то, что можно легко услышать. Это помогает оформить мелодический настрой. Музыканты с помощью таких приемов привлекают внимание слушателя. Нужно сыграть что-то знакомое и понятное для уха слушателя, а затем ритмически это переиначить для того, чтобы освежить звучание. Когда ты играешь соло, я знаю, ты прекрасный солист, ты относишься к представителям этой школы, ты всегда помнишь о мелодии песни, ты не забываешь о том, что это за песня. Я думаю, это очень важно. Может быть, ты продемонстрируешь что-то для наших зрителей, сначала оформишь какую-то тему, а потом ее обыграешь, поимпровизируешь? A solo that might occur, that you might improvise. Based upon the theme. Okay, so I'm playing the Я сыграю тот же аккорд, на котором остановился, который мы обсудили уже. Теперь подумаем о стиле. Какой стиль ты имеешь в виду? В каком стиле мне играть? Okay, what style? The style, the music you're playing for the term, what kind of style? Let's say, okay, let's Я думаю, блюз. A blues thing. Блюз? Ну, хорошо. What I would do... Соло, я играю что-то, что вдруг мне вспомнилось и навеяло что-то из прошлого, или то, что мне пришло в голову именно в этот момент. Обычно я играю такую линию баса во всей песне. Я играю вот эти ноты. Потом я могу сыграть что-то еще, чтобы картина совершенно изменилась. Это что-то вроде шока. Шаг в сторону. Да, шаг в сторону, очень быстрый, при том, что остальное играется медленно. Играем вот это, например. Вот это заполнение. Это мой шаг в сторону. Одна нота. Противоположность всем этим нотам, построенным на основе аккорда. Ты задаешь ритмическую структуру. Да, а потом делаю шаг в сторону. Этот подход я использую и беру вот эту ноту. Это квинта аккорда, который мне слышится. Еще мне слышится пониженная седьмая ступень, поэтому дальше я могу сыграть так. Я как бы расширяю звучание, как бы раздвигаю границы. Я продолжаю играть аккордовые тона, тонику, терцию, септиму, и при этом я создаю ощущение восходящего движения. Это невероятно здорово. Как я слышу, ты извлекаешь правой рукой каждую ноту, как это было в те годы, когда ты играл и упражнялся на контрабасе. Не так часто я слышу бенды и слайды, но когда они звучат, кажется, будто извлекается звук при этом правой рукой. И я знаю, ты играешь бенды и слайды, хэммер-он, Да, я исполняю их иногда, когда слышу, что их нужно сыграть. Я часто играю хэммер-он.
Но твоя левая рука так сильна, что кажется, будто при этом ты щипаешь струны правой рукой. Да-да, это хэмерон. А вот срывы пул-оффс. Это очень обманчиво, эта комбинация работы правой и левой рук. Когда я должен исполнить фразу определенного характера, я физически стараюсь ее сыграть нужным звуком. Звук — это самое главное. Перед тем, как мы на прощание сыграем что-нибудь блюзовое, что бы ты мог сказать в заключение этого видео нашим студентам? Я думаю, что самое главное, чему должен научиться каждый, это запомнить основные схемы, то есть специфические группы нот или ритмов, скажем, терцевые аппликатуры, гамма-терциями. Это все терции, это определенная схема. Та же схема, но другие ноты. Видишь? Идем сюда. Зная аппликатуру такой гаммы, мы можем ритмически разнообразить исполнение. Ритмика везде одна и та же. Если вы можете анализировать такие схемы и ритмические фигуры, то можете переходить к любому аккорду. Это очень помогает в студийной работе. Да, транспозиция – вещь замечательная. Когда нужно перейти в другую тональность, и если ты знаешь, что играешь, то можешь быстро сделать транспозицию. Ну, Джерри, это большое удовольствие и честь играть и работать с тобой снова. Сыграем блюз? В какой тональности? Ну, скажем, в ля. Отлично. Ля – это А. Эй. Эй для Арлена.